Доброе утро, друзья. У нас тут уже дождичек и шел. Видите, все сыро, поэтому даже не знаю. Хотя вроде с 11 обещают. Ой, как пахнет вкусно. Так что не знаю, как гулять-то идти в дождик-то. Наверное, никак. Сегодня сделаем перерыв. Ну так до машины прогуляюсь за то, что за покупками, которые вчера оставила, и все. Пока пойду завтракать. Дождик капает. Я тут себе блинчики разогрела, которые в Меркадоне купила. Сейчас буду пробовать с бельгийским шоколадом. Как-то не весело целый день дома-то сидеть. Не хочется совсем даже. Я человек не очень домашний. Я люблю гулять, выходить на улицу. А дождь передают до 9 вечера. В 11 он вообще усилится. Хорошо хоть сегодня, только на сегодня. Ну, у нас, если идет дождь, то он недолго. Вот на целый день что-то очень странно. Очень странно. Ну-ка, попробую. Не обжечься бы. Вкусно. А шоколада сколько? Вкусняшка, пойду завтракать. Время 12. Дождь так и не перестает. Он, ну, конечно, не сильный, но и такой вот, видите, идет. И я, в общем-то, решила сегодня ничего не делать, просто валяться на диване, на кровати. А что делать-то? Тем более я давно так, как говорится, не проводила день, чтобы просто тупо лежать на диване. У меня такого давным-давно не было. Да, Чарли? Этот сходил наверх, пришел весь мокрый. Чего ты, про тебя разговариваю. Пришел весь мокрый. Вот. Так что будем сегодня ничего, заниматься ничего не деланием. Да, а ты пой. Тебе-то какая разница? Тебе хоть снег, хоть дождь. Пой, птичка, не стыдись. Мы приехали к сестре. Вот. Блин, закрылась дверь, не хотела закрывать. У меня еще письма приходят на этот старый адрес. Я лежу, там полно писем. Я говорю, дайте ключ. А здесь у нас раньше был ключ от этой. А здесь ремонт сделали в подъезде. Видите, как красиво. И ключа не оказалось. А мне письма приходят на этот адрес. А тут разная реклама. Рубрики с вариантами. Не знаю, кто такой. Короче, мне писем нет. Запихиваем обратно. Потому что квартира сдается. Вот. Квартира сдается, и там квартиранты живут. Гулять сегодня. Дождик везде. Муж говорит, сестра там какую-то еду сделала. Поехали заберем. Ну, поехали заберем. Че? Все равно что делать-то? Дом скучно. Блин, закрылась дверь. Опять дождь. С жратвой идем. Сейчас надо забрать, что я вчера купила. В машине там осталось бананы, моющиеся средства. Дождик опять, представляете? И мусор полна машина. Опять дождь. Такая пицца получилась. Знаете, специальной какой-то резалки у меня нету. Поэтому я вот так просто ножницами. И все. Шампиньонами. Должна быть вкусная. И с гаспачо. У меня есть гаспачо. Будем вот так вот есть. Всем приятного аппетита.
нас все так же дождь вот опять пошел. Смотрю, на мои стекла капает. Ну, ничего страшного. Вот, сегодня сестры болтали, наверное, часа два. Я такая голодная домой пришла. Она, конечно, пыталась нас угостить там. Вот, но у меня-то в холодильнике, морозилке лежала пицца, и я уже настроилась, я говорю, нет, я хочу пиццу. Вот. Она пошла быстрее опять в холодильник что-то там доставать. Я говорю, не вздумай мне ничего доставать. У меня, говорю, в морозилке уже нет места. В общем, она успокоилась, сестра мужа. Вот. А я хотела вам рассказать, как бы сестра, сестры... Я не помню, рассказывала я или не рассказывала. То есть у меня есть видео, какие у меня отношения с семьей мужа. Но вот, например, с первой женой мужа я, по-моему, не говорила, какие отношения, ничего. Естественно, он был женат, есть дети, это никто не скрывает. В общем, с первой женой мужа у нас никаких нет ни отношений. Хотя вот где мы раньше жили, они жили буквально в соседнем доме. Вот. Я часто очень вижусь с его первой женой. И как бы мы есть и есть, как бы существуем. Нет никаких таких отношений. Во-первых, его никто из семьи не крал, поэтому негативных отношений никаких нет. Они были разведены давно и благополучно. А летом мы видимся очень часто, потому что я езжу на пляж, вы знаете об этом, на пляж, куда мы все, где у нас раньше была дача, мы все привыкли туда ездить, и мы все ездим на один и тот же пляж. И там, где его дети, где племянники, в общем, всей семьей собираемся. И я также сажусь, например, с одной стороны его бывшая жена садит, но с другой стороны я. И нормально, я как бы с ней мы не разговариваем, ну, потому что у нас нет никаких каких-то общих тем, а при ней как бы с ее детьми часто хорошо общаемся. В общем, как бы отношений никаких нет, но и никто не собирается там друг другу глаза выкалывать или что-то там. Можем даже каким-то... Даже было такое, что, например, мой муж часто ездит к ним домой, там что-то отремонтировать или еще что-то, вот. И она даже пару раз, я как-то болела, спрашивала, как там, типа, мое самочувствие, вот так вот. Помню, даже пару раз она еду присылала ему, когда у нас еще только отношения начинались. Вот, и все думали, что я не умею готовить, представляете? Все пытались нас накормить. И вот она даже присылала, ну, не присылала, а с дочкой там, дочка приходила и говорит, вот, типа, мама сделала, тебе это нравится. Вот, и всегда давала двойную порцию еды. Мне так было смешно, правда. И, вы знаете, насчет еды. Я никогда не говорила, не утверждала, что я умею готовить. Поначалу, потому что думаю, ну, готовит и готовит, мне что еще лучше. У меня и так, говорится, стрессовая ситуация была, незнание языка никакого, в небе не имеет, тут еще какие-то чужие родственники. А вот, пускай, говорю, готовят, пускай кормят. Готовили, кстати, хорошо, вкусно. Я вообще всеядна, люблю пробовать любую еду, так что я не какая-то там фубяка. Вот, и вот, представляете, все пытались нам приносить еду, пока вот я сама не начала готовить, пока я не освоилась, и потом я уже говорю, все, хватит, не нужна мне ни еда, я сама вам могу прислать, потом я сама начала им всякие вкусняшки, пирожные носить всякие. Вот, помню, как-то у меня давно день рождения был, у меня еще не было ни канала, ни YouTube. Ничего, я как раз на даче отмечала этот день рождения, там были и мои друзья, и родственники все. И вот я специально для них делала, ну, не десерт Павлова, но типа вот меренги. Они им очень нравятся, и вот они там все бегали с тарелками покушать у меня эти. Так что вот так вот, такие вот у нас отношения. Мне кажется, как себя человек поставит. Нет, ну, конечно, есть люди, которые с бухты... Ну, со временем, уже столько лет, уже знает каждый ху из ху. Вот, и как бы, видите, даже вот эта вот бабка, которая ко мне ходила, которую я выгнала с парикмахерской, она ко мне ходила 6 лет. Я, конечно, догадывалась, что она там расистка и все такое, но не до такой степени. Вот, а видите, жизнь показала. Кто есть кто, и поставил все на свои места. Жду от вас комментариев и лайков. Нравятся ли вам такие истории? Веселые истории журнала Ералаш.
Я пойду себе сделаю чай, потому что очень хочется пить. От гаспачо. Думаю, от пиццы нет. Мужу очень понравилась пицца, потому что там много теста. И оно такое хрустящее получилось. А я, наоборот, люблю, когда теста мало. И вот это вот, как их назвать-то, бортики. Короче, он все сожрал, бортики. А я серединку. А бортики такие хрустящие получились. Она какая-то пицца, как с прослойкой идет. Неплохая, кстати, вот, потому что она же типа покупная. Вот, неплохая пицца. Ну, я вообще, наверное, не любитель особых пицц, поэтому как бы можно один раз, но пойду чай пить. Сегодня получится коротенький влог, потому что, ну, целый день дождь. Вот сейчас перестал. Но время-то уже 10. Поэтому как-то так. Делаю себе чай бестеиновый. Английский с молоком. Съела арбуз. Часов 8. И все. И пойду дальше. Посмотрела фильм «Анна» про мафию. Мне как-то советовали в комментариях тоже «Анна». Ну, знаете, на это имя есть и сериалы, и фильмы разных годов. Я даже растерялась, что смотреть. Чарли наверх сходил, пописил, наверное. Пойду пописю. Как раз у меня сегодня там все помылось. Да, ты пописал? Пойдем, Чучи, да. Иди скорее. Моя радость. Вот. И, то есть, я не знаю, тот, не тот, про мафию. Ну, не про мафию там, как она была, девушка была, это. Ну да, ее вывлекли и КГБ, и все дела. Не знаю, этот, нет, но хороший фильм, я вам скажу, интересный такой. Я его, конечно, смотрела там, он длится около 2 часов, но я его целый день смотрела. Вот. Так что, если, я не знаю, какого он года, 19-го, по-моему. Теперь кушать пошел. Аппетит разогнал вкусняшкой теперь. Кушай, кушай. Вкусно. Не очень, конечно. Ему сухой корм не очень нравится. Но от безысходности некуда деваться. Одним арбузом сыт не будешь. Я ему сегодня только арбуз дала. Он вот со мной арбузик ел. А, ну и чуть-чуть пиццы я ему дала. Как это? Урвал и пиццы немного, конечно. Ладно, всего самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Завтра будет веселее. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.